Установка спортивной площадки, асфальтирование аллеи, покупка энергосберегающих ламп уличного освещения. На это администрация поселка Серебряный Бор Нерюнгринского района тратит грант главы Якутии. 4,5 миллиона рублей муниципалитет выиграл в рамках года благоустройства. Населенный пункт является единственным в Нерюнгринском районе прошедшим конкурс. За счет выделенных средств в Серебряном Бору также ведется облагораживание местного парка. Произведена вырубка кустарника, в течение 2 недель установят скамейки и урны. До конца октября мы выполним эту работу. И в программе вот то, что мы намечали, мы практически все выполним. Нам пришлось добавлять софинансирование своих средств бюджета. Вот больше, чем 500 000, мы добавили свои средства к этим 4,5 миллионам. В общем, затраты на все благоустройство мы получили 5 с лишним миллионов. Да, те деньги, которые были заложены, мы их реализуем. Пока еще не все, но мы реализуем, и программу, я думаю, мы выполним.